Жители Бердска начали массово жаловаться на качество воды из-под крана. Люди утверждают, она пахнет дустом, и ее невозможно использовать для личной гигиены. Подробнее Николай Сальников. Надежда Семьянова живет в многоквартирном доме на улице Островского, 174. Питьевую воду женщина вынуждена покупать. Начинаешь мыться противно. А дустом, ну дустом так дустом. А обращались куда, может, в управляющую компанию? Что, уже звонили несколько раз, сказали, что вода зацвела и переборщили, когда травили там. Островского, Первомайская, Лелюха и Ленина. Вот неполный список улиц, жители которых начали массово жаловаться на дурной запах от воды из крана. По утверждениям коммунальщиков, неприятный запах от водопроводной воды – проблема для Бердска традиционная. Ежегодно во второй половине лета она обостряется, когда в Берди начинают цвести водоросли. Однако местные жители считают, что именно в этот промежуток времени организация, отвечающая за очистку воды, добавляет в водопровод максимальное количество химических реагентов, тем самым усугубляя проблему. О том, что вода в Бердском водопроводе с душком, знают и местные общественники. Недавно провели анализ обращений и пришли к выводу, что качество воды ухудшается стабильно дважды в год. Это периоды, когда у нас весной таяние снега идет. Вот можно отследить даже по обращениям. Вот недавно я абсолютно как бы делала аналитику ЖКХ-контроля. То есть когда вот эти вот ситуации возникают и когда идет цветение. То есть вот в эти периоды, конечно, у народа заканчивается просто терпение, потому что когда одна-две жалобы понятно, но когда это возникает уже в систему, то, конечно, мы смотрим и говорим, значит, надо обращать внимание. Берчане воду используют из Обского водохранилища и реки Бердь. Наиболее остро цветение водорослей ощущают жители центральной части города. К ним она поступает из Берди. Местные коммунальщики полагают, проблема решится к концу недели. Холодные августовские ночи снижают активность водорослей. Хотя впереди потепление. Что касается самой питьевой воды, то она полностью отвечает требованиям Санпина, которая, ну, складывается из большого количества показателей, там около 30 наименований, но питьевая вода в данном случае полностью пригодна для питьевого использования. Вот. И что касается лабораторных исследований, то по некоторым показаниям у нас ежечасно на НТС происходит отбор и анализ, собственно, воды. Но все же главный вопрос, когда будет радикально решена проблема ежегодного ухудшения качества воды в кранах. В Бердском комбинате бытовых услуг журналистов ОТС заверили, что уже работают над проектом модернизации очистных сооружений. Николай Сальников, Александр Ведерников, новости ОТС.